Канал ТВЛС, прямой эфир. Санкт-Петербург, марш против ненависти. На марше произошел инцидент с иностранными гражданами, которые проживают в Санкт-Петербурге. Сейчас они об этом расскажут сами. Вот иностранный гражданин, похоже, произошел инцидент, да? Добрый день. Произошел какой-то инцидент на марше, да? Да. Представьтесь, пожалуйста. Я Андрей Узыгич. Президент Нигерийского общества Санкт-Петербурга. Я афро-россиянин и пришел сюда сейчас у нас марш против расизма. Мы хотим, чтобы прекратили нас убивать, чтобы мы здесь были люди, нам надо здесь жить мирным. И нам здравствуй, Россия, без расизма. Потому что мы здесь люди, здесь живем, работаем. И думаю, что все люди одинаковые. Мы зависим от цвет кожи. Мы должны жить и работать без всяких эксцессов. И что, произошел какой-то инцидент на марше, да? Да, сейчас эксцесс, я здесь взял плакат «Россия, расизм, Россия без расизма». Ко мне пришел молодой человек, он представился, что он... Попросите, пожалуйста, принести плакат, да? Да, вот. Он представился, что он из иммиграционной службы, он передает документы. Он мне говорит: дайте ваши документы, пойдемте в машину, что он будет задержаться. То есть, значит, такой опять беспредел. Беспредел происходит. Так, он потом сейчас извиняется, еще извините, я ему скажу, что я сейчас буду прямой эфир это сказать. Он говорит, я ему спросить его фамилия. Он сказал и ушел. Пожалуйста, друзья, принести плакат, да? Да. Принесите, пожалуйста, плакатик. Алию. Принесите плакат, пожалуйста, покажем все. Вот вы делаете. Принесите, да. Пожалуйста, уточните еще, кто вы подошли на марш. Кто к вам подошел? Подошел представитель, официальный представитель из иммиграционной службы России. Это человек в гражданском или в форме? Он в гражданской форме. Он полковник. Он говорит, что он из иммиграционной службы. Он предъявил документы? Он предъявил документы, предъявил. Он говорит, что его послали. Будет передать документы на все африканцев, что я не имею права на демонстрацию. Вот так. Я начал предъявить. Начал у вас предъявить. Я подержу. Пожалуйста, и в России живу очень давно, и работаю в России, работаю здесь, и думаю, что вот, пожалуйста, гражданин России. Паспорт гражданина Российской Федерации, да. Да, понимаете, и пожалуйста. Так что здесь живу и работаю. Так, и вы ему показали паспорт? Да, но он сегодня показал, он убежал. Правда, я ему сказал, что я буду сейчас это говорить напрямую, и он говорит, не, ребята. И он ушел, да? Он не только ушел, он убежал. Потому что они привезли со своей там машиной иммиграционный служб. Вот еще, один, вот. А, вот машина иммиграционный контроль, да, вот стоит. Пожалуйста. Ага. Они пришли, чтобы ловить африканцев отсюда. Угу. Но что, ладно, это нормально же явление. Я думаю, что когда граждан наконец узнает, что нужно использовать свои иностранные цели, мы тоже люди. Сколько здесь мозгов уходит отсюда, из России. Когда это будет продолжать? Нужно просто спокойно воспринимать, что мы все тоже люди. Мы что-то можем свою ленту уносить в городе, чтобы здесь было хорошо. Всего удачи, до свидания.
памятник академику Сахарову. Уважаемые зрители, канал ТВ Лайф заканчивает вещание в прямом эфире. Всего доброго.